назад. Здесь ты ждал ее. Запоминай день, запоминай ощущение. Меняется все, и ты не исключение. Запоминай день. Всем привет, это мой любимый пятый выпуск Рейси на Борсок ТВ. А чё, вот этого микрофона нет? Нет, сегодня с маленьким черным поработать. Я не хочу маленький черный микрофон, я хочу большой розовый. Ну, большой розовый сломался, вот с этим поработай. Вить, ты меня не понимаешь, я хочу розовый большой микрофон. Меня и Бег зовут. Для меня ты Виктор, уйди вообще, бесишь. Что, не нравится? Это еще пустяки, смотрите дальше. Я не поняла. Я сказала розовый Бентли со стразами. Она хочет стразы. Я сказала стразы. Ты слышишь? Скажи ему, что ты хочешь стразы. Я хочу стразы. Очень много. Много. Стразы. Все обрисел. Знаете, друзья, смотря это видео, сразу вспоминаешь замечательную программу «В мире животных». Шампанское, шампанское с клубникой. С клубникой, понял? Он говорит, клубники нет. Ты что, ты для меня деньги проблемы? Дай мне, скажи. Так, алло, Витя, я тебя не поняла. Это Виктор. Вы представляете, как Виктор это все терпит и слушает? Я сказала розовый Бентли со стразами. Она хочет стразы. Я сказала стразы. Скажи ему, что ты хочешь стразы. Я хочу стразы. Если ничего блестеть не будет, пусть дорогой нахи, мой, жопу если Бесишь! А мне маму звонить, я тебе перезвоню. Сучка, он скинул. Если бы у меня была такая девушка, я бы ее давно с окна скинул. Сучка, он скинул. Хотите сказку расскажу? Поймала как-то девочка золотую рыбку, а золотая рыбка говорит: отпусти меня, я исполню 3 твоих желания. Я хочу сразу. А второе? Очень много, много, очень много, да. И третье? Короче, со стразами. А может, Бентли изволишь, сударыня? Если ничего блестеть не будет, пусть дорогой мой, жопу Хотя нет, эта сказка не подходит. Есть еще одна сказка. 3 девицы под окном понтовались на айфон. Кабы я была царица, приказала б все и сразу, и желательно... со стразами. Вдруг вторая перебила и понтов наколотила. Подсказала-то с запинкой... А шампанское, шампанское с клубникой. Парень чаек раскусил, он все понял, даже не пикнул. Взял и... Сучка, он скинул. Народ, очередное видео само по себе смешное. Подожди, подожди. А так достаем. Да, да? Видео показывает то, чем занимаются парни, когда ждут своих девушек. Алло, Зай, ну чё, ну ты когда выйдешь? Через полчаса? Ладно, хорошо. Ребята просто тренируют свои губы перед свиданием. А может, пацаны просто пародируют девчонок из социальных сетей? Жизнь летит как ураган, в утиных сказках создать теорию, утиную историю сказки. Утиные истории. А в целом, ребята молодцы, весело проводят время и не стесняются быть веселыми. Браво! А следующее гламурное видео называется «Телочки возле аромы». Мы тоже в селе живем. Арома, сними-ка арома. Вот, смотри, вот, пастбище, да, нормальное, дефолтное пастбище. И вот арома. Вот, вот именно за это я обожаю Бишкек. Потому что только здесь можно совместить крутую тусовку и девственную природу. Вот.
Вот, смотри, вот, пастбище, да, нормальное, дефолтное пастбище. И вот Арома. Знаете, они мне кого-то напоминают. Розма Бенд со стразами. Она хочет стразы. Я сказала стразы. Ты слышишь, скажи ему, что ты хочешь стразы. Я хочу стразы. Блин, мне кажется, она меня сейчас забодает. Знаете, иногда складывается такое ощущение, что животные ведут себя намного правильнее, чем люди. Ну вот что? Что в этот момент корова должна подумать про людей? Мы тоже в селе живем. Вот, смотри, вот, пастбище, да, нормальное, дефолтное пастбище. И вот Арома. Опять это люди. Пойдемте лучше возле баркода попасемся. Погнали. А теперь представьте эту же ситуацию, но только в Индии. Люди, смотрите, люди! Люди, жалкие людишки! Ладно, пойдемте возле баркода попасем. Погнали. На этом видеообзор закончен. С вами был Шехов, авторская группа ЛСД на Борсок ТВ. Мир вам! Хотите сказку расскажу? Сказку хотите расскажу? Говори, говори, скажи мне что-нибудь. Равшан, дорогой, я хочу мясо. Я хочу розового мяса. Поймала как-то рыбка золотую рыбу. Золотую девочку. Много, много, много розового мяса. Если в самсе не будет мяса, можешь его себе в жопу засунуть. Смотри, пам-пам. Ладно, все, погнали. Запоминай день, запоминай ощущение, меняется все, и ты не